Весна и женщина – понятия созвучны. Это красота и нежность, это радость и вдохновение, это трели птиц и звонкие песни девушек. И именно по этой причине в середине марта среди работниц, представляющих различные подразделения комбината, проходит ежегодный традиционный конкурс «Комбинат Кузали». В финальном туре конкурса, прошедшего во Дворце культуры «Металлург», приняли участие 5 девушек, успешно выступившие в отборочных турах. Это Нодарахон Абдуваитова, работник душевых МОВ, Гулола Исанбоева, помощник воспитателя дошкольной образовательной организация номер 18 УСО, Шахноза Каримова, оператор управления нефтепродукт СНАП, Сервинос Дюманова, стрелок первой категории ведомственной военизированной охраны и Фарзона Эргашева, машинист котла медиплавильного завода. Финал конкурса состоял из 4 этапов. Первым участницам предлагалось составить рассказ по предложенным картинкам. Все девушки, проявив фантазию, логическое мышление, продемонстрировали мастерство ораторского искусства. Второй этап – конкурс кулинарного искусства. Он был проведен заранее. Каждая девушка приготовила на очаге плов. В ходе третьего этапа конкурсантки прямо на сцене своими руками сделали необычные подарки-сюрпризы. На творческий процесс было выделено 6 минут. А последним этапом стал настоящий фестиваль искусств – актерского, хореографического, вокального. Девушки-участницы конкурса доказали, какие таланты работают в подразделениях АКМК. Добавим, что финальную программу дополнили яркие номера художественных коллективов Дворца культуры «Металлург». И пока зрители восхищались выступлением любимых артистов, жюри подсчитало баллы и подвело итоги. В результате в номинации «Самая умелая» выиграла Нодарахон Абдуваитова, работник душевых медной обогатительной фабрики. «Самый элегантный» признана оператором управления нефтепродукт СНАП Шахноза Каримова. Самый талантливый назван стрелок первой категории ведомственной военизированной охраны Сервинос Дюманова. Номинацией «Самая креативная» удостоена машинист котла медиплавильного завода Фарзона Эргашева. А победителем конкурса «Комбинат Кузали» названа помощник воспитателя дошкольной образовательной организации номер 18 управления социальных объектов Гулола Исанбоева. Полную версию финала ежегодного конкурса «Комбинат Кузали» смотрите на телеканале ОКМК ТВ.